Да. Здравствуйте. Здравствуйте, вы входите в санитарную зону. Мерим температуру. Нормально, проходи. Обрабатываем руки. Сначала раздеться надо. Нет, сначала обработать. Да нет, нормально, здоровый. У меня все прошло. А у тебя было? А? У тебя была корона? А у меня кашель был. Все. Я холодный просто пила. Да мама, я здесь стою. На работе мы там почти гуляем. Привет, девчонки! Здорово! С днем рождения меня, что ли? Нет, еще рано. Нет, еще рано, да? Ну ладно. Мы еще не разделись. Ляля! Открой ты, выпусти ее. Нет, они еще не позвонили. Здравствуйте. Маску можно, а у тебя есть перчатки? А, что, давай тогда маску. Ладно, не скажи, руки обработали. Руки обработали, не надо, не обязательно. Я еще подъехали. А можно снимать? Да, это юмор. Это просто, да. Здорово, Саня. Дай-ка я залезу наверх. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Нормально. Температуру мерим. Да. Руки. Да ладно, у меня 42. Нет, я думаю, надо было сразу 100 грамм сходу наливать, да? Так, руки обрабатываем, проходите, если надо маску курить, если хотите. Ничего, мы здоровы. Вонючий вы обрабатываете. Натуральным, натуральным. Здорово, Слав! Здорово, Слав, здорово. Ах ты. Здравствуйте. Привет. Как вы себя чувствуете? Да что это такое? Это что это? Это против коронавируса. Руки обрабатываем. Руки, руки, руки. Офигеть. Молодцы. Дезинфекцию прошли. Давай. Да, дезинфекцию прошли. Заходи. Даже маску сейчас им приготовим. Если кому надо. И на передок, и на задок. И на передок, и на задок. Алкоголики. Ну, да, узковато у нас, извините. Но я вас всех хотел увидеть. Мельнику стремится немало пожеланий, теплых слов. Чтоб смог от радости искриться, пусть будет счастлив и здоров. Веселее, да. К нему несутся комплименты. Да, именинник наш таков. Мы скажем под аплодисменты «Пусть будет счастлив и здоров!» И рядом с ним всегда прибудут задор и мир, покой, любовь. Желаем мы в эту минуту
Пусть будет счастлив и здоров. Станет богаче и успешней. И избежит любых долгов. Пусть будет счастлив и здоров. Руки харковаться. С растратами станет бережней. Пусть будет счастлив и здоров. Наш именинник очень славный, трудолюбивый, без понтов. Общительный, несвоенравный. Пусть будет счастлив и здоров. Он вежлив с каждым из соседей. Не зол на уличных котов. Поддерживает разную беседу. Пусть будет счастлив и здоров. И напоследок пожелаем прожить еще много годов. И дружно, громко восклицаем. Пусть будет счастлив и здоров. За это! Ты мамочка! Валер, видишь, бабушку ходить ломаешь. Я наоборот, это как, чтобы она крепче была, понимаешь? 4 декабря. Валера, не будоражь, девчонка, она еще не замужем. Спать плохо будет. Несмотря на пока-пока. Ура! А будем полтинами дождем в гораздо круче, а никуда не поеду. Алкоголичка, алкоголичка. Что-то камера плохо снимает. Вы пьяный, что ли? Теперь ты запишешь. Вероника! Зелена и цветочка. Да. Здравствуйте, гости дорогие. Мы бабушки-гадалки. Пришли и узнали про ваш праздник. Решили заглянуть, да посмотреть, что здесь интересного. И, конечно, обобрать вас на ниточки. Ядрися. Погляди, подруг, у нас-то здесь и виновник торжества. Дай-ка ручку, погадаем. О, счастливый мужчина. Да долгожитель. И успешный, я погляжу. А глянь, какой умный. Вот. А мечта. Есть у нас для тебя сюрприз по такому поводу. Руки твои нам подсказали, что тебе исполнилось 40+ там. Ну, плюс-плюс там. Да, да. Дай Вайку узнаем, каким ты стал за эти годы. Есть у нас коробочка магическая. Волшебная, давайте. Да. Мы подожди, не показывали там что-то. Мы ее заговорили. Запусти туда. Ручку. Ляля, успокойся. Не смотри, засунь ручку и вытащи что-нибудь. Несуй. Шишли, мышли, сопли вышли. Что-то я не здесь нашел, можно? Вытаскивай. Ну, последний, может, там что-то интересно. О, это, чего это у нас? Фигурка? Взрослые догадались. Это значит, он стал мудрым. Дальше, давай. Дальше, давай. Ставить 40. Там это,
Погоди, я посмотрю, видео идет? Идет. Член рождения покажите. Молодец, Олег. Вышли, сопли вышли. Это мудрость. Цветочек. Он у нас какой нежный. Нежный. Я украсил его. Дальше. Давай еще узнаем, каким ты стал. Большой нашел. Ой, это добрый дед. Добрый дедушка. Да. Блин, игрушки нету. Блин. Сейчас бы ему подарили. Нашел. Ага. Строгий. Ну, бывает. Да, я сделал так. Кремень! Ирка, сделай мне глаза такие. Дальше. Часы. Пунктуальный. Да, пунктуальный, это точно. Умный вид сделай. Вообще такой умный такой. Все, виновнику торжества. Ой, это что? А, с огоньком, мужчина, с огоньком. Мужчина с огоньком. Памперсы, блядь. Еще есть огонек. Так, что так? Колечко. На память. Хороший муж. А у тебя маловато. Шишли, мышли, сопли, вышли. По-моему, там есть гвоздик. Мастер на все руки. О, это я. Это так. Ну все, как-то все, хватит. Там еще что-то было? Нет. Дайте поищу. Деньги. Рубль. 10. Возьми. Ну не доставит меня ногтей, нет, я и грызу. Давай. Грызу, хомячок-то. А, пока стеки народа хомячок. Да доставайте. Да не приклеены. Ну, денежка, ну богат. Богат. Ну крутой вообще, да? Крутой. Не описываю крутой. Плюс ко всему хорош собой. Да. Согласна. Это ж как звезды удачно сошлись. Все в одном. Мне кажется, да, звездочок здесь один знакомый у нас есть. Да. Так стыдно отбирать. Не отбирать. Лучше одарим его драгоценным подарком. Давайте. Ну вот, я все собрал. Звездочок тебе в подарок. Да. Драгоценный подарок. Держи. Вот тебе драгоценный подарок. Чтобы долго не мудрить, мы решили подарить корень ценного снадобья для души и для здоровья. Хрен у пса, хрен понадол, хрен клади всегда на стол. Чтоб забыть проблемы наши, хрен клади и в суп, и в каши. Если мучит вас мандраж, хрен на хлеб и булку маш. А чтоб не было проблем, все дела клади на хрен. В нем есть всякий витамин, бодрости прибавит сил. Чтоб работать до зари, хреном голову на три. Отбит на рыбазам. А если будут приставать, можно всех нахрен послать. Fuck you, understand me! Береги ей драгоценный подарок. Да. Я его сам сегодня выкопал. Хренка с бугорка. Спасибо. Вот так вот. Сейчас. Вот Толямба наш идет, тортихону нам несет. Днем рождения тебя. С днем рождения меня. Да пофиг вам. Ой, пофиг мне, вам все приятно. Да. Ну все, тарелочки у всех есть? А, есть. Никого нету? Да, у меня нету. Рубай. Здравствуйте, вы входите в санитарную зону.
обработать. А у тебя было? Меня, что ли?